Наш Кино Горыныч, это Поморин и Ко, уже готов к взлету. Он пробные полеты уже провел. Сегодня у него, так сказать, боевой вылет. Уже наша история работает. Это гибрид электронного стадикама и обычного стадикама, который за счет этого позволяет сбалансировать аж три камеры, внизу установленные на этом Ронине. За основу взяты сейчас камеры BGH, Lumix от Panasonic. Это очень интересные камеры, потому что они питаются по Ethernet'у и также управляются по Ethernet'у. А нам очень важно одновременно 4, 3 или даже, может быть, и 7 камер в некоторых конфигурациях запускать, чтобы все тайм-коды были синхронизированы, чтобы диафрагму на всех камерах можно было дистанционно управлять. Благодаря приложению специальному для этих камер и тому, что они подключаются через Ethernet, мы это можем сделать беспроблемно. Плюс есть видеоконтроль, который идет по тому же самому Ethernet. Плюс к этому видеоконтролю, который идет там чуть-чуть с задержкой, у нас есть видеоконтроль, выведенный через специальный квадратор, то есть со всех камер с HDMI снимается сигнал. В квадратор это заходит, в переходник с HDI в SDSDI, и по SDSDI у нас идет уже изображение на наши плейбэчные мониторы. Пишут камеры 150 мегабит, 4К. Это больше, чем достаточно для работы практически с любыми фонами. Можно это использовать и в качестве съемочного материала совершенно спокойно. Эта камера очень хорошего качества. Объективы сейчас у нас использованы широкие, зумы 8-18. На верхней камере у нас установлен рыбий глаз 8 мм. Для многих съемочных групп может быть важно, что мы напрямую работаем с CG-специалистами, можем с ними договориться по всем ракурсам, которые им нужны будут для графики. Обращайтесь. Мы расшифруем все кадры, которые нужно снять, договоримся, как мы будем с вами работать, какие кадры и ракурсы вам нужны будут для того, чтобы мы это снимали, и готовы снять полностью головную боль со съемочной группы по съемке фонов. Обращайтесь.